Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, мои дорогие. Девочки, надо сказать. Привет, привет. Помаши ручкой-то. На каком вы канале? На мелкую. Да, и сегодня у нас игра на мелкую моторику. Мы сделали желе. У нас маленький и большой. Смотри, какая большая формочка. Да, зеленый. И маленький. Сейчас не дам, пока не трогай. Сейчас мы расскажем, в чем весь смысл. Друзья, это игра на поиск сокровищ. Игра на развитие мелкой моторики. Мы в желе спрятали различные сюрпризы. Сейчас Динечка пальчиками будет ковыряться и вытаскивать. Ну что, у нас каких цветов формочки-то есть? Зеленый. И? Синий. Какая? Разве синяя? Давай открывай. Бордовая, день. А вот это? Черный. Ну, она синий, день. Посмотри внимательно. Разве черная? Нет. А какая? Черная. Нет, синяя, день. Да. И малиновая, да, у нас формочка есть? Да. Ну что, с какой начнем? Там везде сокровища. Зеленую. Давай, открывай. Залезай пальчиками и достань сокровище. И скажешь, что там за сокровище зарыто. Зеленую открывай. Открывай. Давай, пальчиками туда залезай. Надо разломать, умудриться как-то. Давай. Ну давай, возьми прям обоими ручками, не стесняйся. Давай, прям ковыряйся там. Вон, давай, хочешь себе Кеша будет помогать? Он тебе ручкой будет направлять. Нет, открывай. Нет, ты должен сам. Мы сокровища прятали, представь, мы пираты. А ты искатель сокровищ. Ты должен достать то, что мы спрятали. Открывай, давай. Настя. Нет, Дин, так неинтересно. Должен ты открывать. Давай, вот. Молодец. Кеша наблюдает за тобой внимательно. Открывай, мам. Ну, что там спрятано? Ну-ка, давай, а вторую ручку примени. Ты когда одной ковыряешься, забываешь про вторую. Это вот. Так. Ну посмотри, что там спрятано. Сокровище. Сокровище какое? Зеленое. Нет, зеленое в желешко. А спрятано-то что? Вытаскивай. Что там спрятано? Давай ручками залезай, прям не стесняйся. Так. Так. Что это? Ну вытаскивай. Покажи всем. Х. Что это такое? Х. Буква Х, да? Так, давай следующую какую будешь ковырять? Вот эту. Ну давай, прям вот так ручками смотри, вот так вот помни. Давай, 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 выковыривай все, выковыривай. Так. О, 6. Или 9? 6. Ну хорошо, пускай будет 6. Ну вытаскивай. Вытащи нам шестерку. Давай, вот. Какого цвета шестерка? Зеленая. Зеленая. Давай следующую ковыряй. Прямо двумя ручками сожми и... И вот эту. Ну давай. Это какая она цветом? Ну какого цвета? Красный. Ну давай с двух сторон двумя ручками сожми. Ой, вот так тоже неплохо. Давай. Ты почему-то одним пальчиком работаешь. Давай, вот. Давай, давай, разрывай ее. Разрывай. Еще. Как? Ты плохо смотришь. Плохо. Давай прям двумя ручками, Дин, так проще. Про вторую ручку забывай. Что там спрятано? Ничего. Как ничего? А что это выпало? Так, следующую расковыряли уже, да? Тяжело. А предыдущая была игрушка из киндер-сюрприза. А это цифра 4, да? Закрывай, мам. Так, и у нас еще, смотри, большая есть желешка. Давай ее тоже расковыряем. Что там спрятано? Давай, давай. Не добрался еще. Давай, отковыривай. О! Восьмерка. Восьмерка спрятана, да? Дин, ну что, ты весь клад нашел? Давай, мам. Вытаскивай, мам. Так, все, вытащил, да. Ну, можно изнутри желешечку вытащить. Еще, мам. Восьмерочка, мам. Где-то. Нашел весь клад, Дин. И что у нас было? Буква Х. Шестерка. Игрушка из киндер-сюрприза, цифра 4 и цифра 8, да? Да. Тебе понравилась игра? Да. Дэн, знаешь, как называется сегодняшняя игра? Да. Это не просто игра на мелкую моторику, это челлендж по поиску сокровищ. Друзья, вот такая интересная игра у нас была сегодня. Ну, а вы подписаны на канал, ставьте пальчики вверх, как пальчики, оставляйте свои полезные комментарии, впереди еще много полезных развивающих роликов. Ну, а мы с вами надолго прощаемся. До новых встреч, друзья. Пока. Пока-пока, и что еще? Привет, сынами. Давайте подчинем.